Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. С праздником вас, Священной Пасхи. К сожалению, я не смог выложить ролик в воскресенье, потому что на создание ролика ушло слишком много времени. Ребята его делали, монтировали, создавали образ. Это действительно очень долго и очень тяжело. Поэтому я попрошу вас не быть равнодушными к ребятам и поддержать их чеканной монетой. Все ссылки в описании. Приятного просмотра. Здравствуйте, любители моды Дикого Запада и моды на Диком Западе. Из новых вещей, которые добавили на этой неделе Rockstar в наш каталог, самыми интересными нам показались маски, которые можно приобрести у мадам Назар по цене $150 за каждую. Они отлично вписываются в антураж игры, позволяют сделать устрашающего персонажа и в целом приукрасить залежавшиеся сохраненные с этой одежды. Основными составляющими хорошего вестерна всегда были работяги-ковбои, честный шериф, крутые стрелки-бандиты и, конечно же, индейцы, которые и будут главными героями нашего сегодняшнего выпуска. Именно костюм индейца мы и решили составить для вас в 10-м выпуске модного приговора. Начнем с разбора костюма женского персонажа. В женском гардеробе подходящих рубашек не нашлось, поэтому основой стала рубашка Стрингхэм, отделанная снизу бахромой. Все цвета органично смотрятся, поэтому выбирайте любой понравившийся. Штаны Lightfoot с простеньким узором на коленях правдоподобно смотрятся на индианке и хорошо сидят. В реальной жизни индейцы носили мокасины, однако в Red Dead Online из обуви есть мокасины Бринди. Но нам они не особо понравились, поэтому использовали вместо них получапсы из шкуры, которые скрывают ноги персонажа. Сапоги можно выбрать любые, однако имейте в виду, что эти чапсы можно надеть не на всю обувь. Учитывайте это при составлении вашего костюма. Из всех подходящих оружейных поясов нам больше всего понравился веревочный оружейный пояс. Он смотрится лаконично и не идет вразрез с остальными вещами в образе. Этот оружейный пояс мы использовали для всех вариантов костюмов, представленных в ролике. Какой же индеец без мощного точного лука? Однако при стрельбе из лука можно поранить предплечье. И чтобы этого не случилось, стрелки использовали наручи. Наручи Харшоу, к сожалению, являются единственным доступным выбором. Их можно было получить во втором бандитском абонементе. Они используются во всех составленных нами костюмах ввиду своей незаменимости. Маска существа отлично довершает образ воинственных индейцев, смотрится очень агрессивно и является достойной заменой боевому окрасу. Перейдем к разбору костюма мужского персонажа. Нашей командой было создано несколько вариантов костюма индейца, и сейчас мы их вам покажем. В первом варианте за основу взяли кожаный жилет охотника, одетый без рубашки. Длинная бахрома здорово украшает этот жилет, благодаря ей он выглядит более антуражно. Штаны из оленей кожи бежевого цвета хоть и выглядят грубо, но именно такие штаны предпочитали индейцы ввиду постоянного наличия материала для изготовления. Потрепанные получапсы из меха оставляют обувь частично открытой, смотрится стильно и в тему. Поношенные ковбойские сапоги светло-коричневого цвета имеют потрепанный вид, благодаря чему правдоподобно сочетаются с остальными элементами одежды. И завершает весь этот образ вся та же маска существа светлого цвета. Во втором сете используются сапоги рабочего красно-коричневого цвета, шарф Инглет без рубашки и жилета. Так персонаж действительно похож на индейца, живущего в дикой местности. Также используются штаны Lightfoot, но другой расцветки, в отличие от женского персонажа. Потрепанные получапсы леопардовой расцветки. И маска существа тоже леопардовой расцветки, для того чтобы вещи в костюме сочетались между собой. Мы очень надеемся на то, что в будущих обновлениях будет больше вещей, связанных с индейцами. В особенности не хватает их традиционного головного убора, венца из перьев, который и создает индейцам весь их образ. Друзья, если вам нравятся наши видео и вы хотите поддержать нашу небольшую команду, то мы оставили наши реквизиты в описании к ролику. Поддержите нашу мотивацию на создание действительно качественных роликов. Мы будем вам очень благодарны. Всего вам хорошего, удачной недели и до скорой встречи на следующем модном приговоре. Большое спасибо за просмотр!
Как это делается? Эль, игроки. Выбираешь тот игрок. Смотри, смотри, Бон, смотри, смотри. Кто там его происходит? О, меня поджал. Меня тоже поджал. Не по-моему, меня взрывает, но у меня хп не пропадает. Херби, да. Мешок все забили. Да нет, я вез, он меня это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поклоны. Не, он меня через карту тоже взорвал и поджег. Угу. Ща я его на лошадку покатаю. Ща он тебя спалит, нахуй как. Нихуя я палец. Че происходит? Да какие тут могут быть рипосты, блядь. Я. Можно упасть туда, и один вход, только один, ну, один вход, то есть тут две тележки заблокировали бы его. Тут нереально вообще было бы выйти. Я хоть сейчас вызову, потому что там тюремный таймер. Вот, и траст, видишь? Смотри. Да, я понял. Тут раз повозка, два повозка, и ты никак не... Ну да, две.